мужик с топором. Я хочу сделать стой, такие стой. Штуки и на стену повесить. Но, а? На стену? Они же, ну, они же засохнут потом. Кто? Че вы, блин? Саша, не мешай, сосиски, подожди. Котлетки, блин. Слушай, встань. Не мешай, у нас тут... Где меня трогаешь? Звонишь рукой все? Давай сам. Да. Бери, пожалуйста, руку. Хорошо, вставай сам. Вставай. Саша, давай, Саша. Егор, ты меня сейчас пальцем тронешь, я тебе разнесу челюсть. Еще Саша, раз тебе нормально сказал сначала, не трогай меня. Если ты меня тронешь, я тебе разнесу челюсть. Вот прикоснешься ко мне рукой. Один раз тебе говорю, второй раз повторять не буду. Короче, ну попробуй мясо. Можно, да? Угу. Я просто боюсь. Кого? Я чувствую себя очень неловко. Жесткая. Ну что, ты встаешь? Мясо скроет. Нет. Давай. Саш, ну все, пожалуйста, господи. Стоп. Все, пошли, Саш, все, пойдем. Ты держи этого человека. Нездержанного. Все. Давайте уходить. Оль, забирай Саню. Саш, пошли. Забирай Саню. Что, невкусный стейк? Нет. Забирай. Его держи. Пойдем. А зачем ты в прямом смысле, Саша, отбиваешь от меня мужчин, которые приглашают меня на свидание? А зачем ты мне пишешь «люблю, не могу», целуешься со мной, обнимаешься? А зачем ты им пишешь такое на меня? Ну, потому что я пишу правду.